В сети Анжелика Варум опубликовала лирические строки. В них речь шла о болезненном для женщины расставании. На вопросы подписчиков, которые стали подозревать, что Леонид и Анжелика разошлись, певица отвечала достаточно пространно. Она отметила, что это жизнь, и в ней может случиться всякое. Много российских артистов находит вторых половинок среди коллег. Но если выбрать самую красивую, верную пару, с которой хочется брать пример, так это точно будут Леонид Агутин и Анжелика Варум. Они потрясающе гармонично смотрятся вместе и смогли стать замечательным дуэтом. Они также успешно выступают по отдельности. Но исполнение, к примеру, «Я буду всегда с тобой» западает в душу даже тем, кто не считает себя их поклонниками. Напомним, Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе с 97 года. Женились в 2000-м. У них есть дочь Елизавета. У обоих за плечами два первых неудачных брака.